Письма в военные годы были единственной ниточкой, которая связывала родных по две стороны – на передовой и в тылу. Михаил Алексеевич Достанко ушел на фронт совсем молодым, сразу после свадьбы в 1944 году. Фронтовые письма солдата, адресованные жене Еве Романовне Кулыба, женщина хранила всю жизнь. И только после смерти пожелтевшая бумага пополнила фонд Солигорского краеведческого музея. Теперь они связывают новое поколение с теми, кто прошел войну. И эту связь нельзя потерять. «22 декабря 1944 года. Письмо от вашего сына, брата и мужа Миши Алексеевича. Здравствуйте, дорогие родители, отец, братья Петр, Гриша и Андруша, сестры Саша и Женя и жена Ева. Позавчера я выслал вам открытку, а сегодня утром, 22 декабря, обратно пишу вам, дорогие родители, о своей дальнейшей жизни, о том, что сегодня я уезжаю на фронт. Так что ожидайте нового письма с новым адресом и новыми новостями, какие я буду писать в будущих к вам письмах. Прошло немного времени, как мы были вместе, а сейчас нас, товарищи с одной деревни, разбросали по одному. Мы должны победить фашизм. Во вторых строках своего маленького письма сообщаю, что я еще пока что жив и здоров, чего и вам желаю. Поздравляю вас, родные, с Новым годом, с новым счастьем в вашей дальнейшей домашней жизни. Какие были новости, все вам отписал. До свидания. Когда получите это письмо, дайте мне ответ, я жду. А на этот адрес больше не пишите, потому что я уехал на фронт. Подпись: с гвардейским приветом, ваш сын, брат и муж Миша.